верила тому, что это действительно может быть. Мне посоветовали вельветовую салфетку, точнее салфетку в рубчик, положить в холодильник влажно, и чтобы не было запаха в холодильнике. К сожалению, конечно, я не могу вам передавать запахи в холодильнике, но они действительно исчезли. Ну, я, откровенно говоря, была очень удивлена. Но сейчас я могу уже убирать эту салфетку, потому что все посторонние запахи исчезли с холодильника.